Всех приветствую на моем канале. С вами консультация юриста. Вопрос. Что указать в расписке? Наименование составляемого документа. Долговая расписка. Место ее составления. Населенный пункт, где передаются деньги. Полная фамилия, имя, отчество того, кто берет деньги в долг, и того, кто дает взаймы. Данные указываются без сокращения. Они должны соответствовать тем, которые указаны в паспорте. Возможно, указать и полные паспортные данные сторон. Сумма займа. Конкретная сумма, которая передается из рук в руки, указывается в рублях и копейках. Лучше продублировать цифровые данные письменным текстом. Дата, когда получены деньги. Дата указывается полностью, то есть день, месяц, год. В конце расписки обязательно подпись заемщика. Подпись должна быть написана полностью, соответствовать полной подписи заемщика в обычных условиях. Если документ напечатан на компьютере, будет правильным, если заемщик в конце расписки от руки напишет свою фамилию, имя, отчество без сокращений, поставит подпись. Срок, когда деньги будут возвращены обратно. Возврат долга может быть частями или всей суммой. Размер процентов за пользование деньгами. Обычно размер процентов указывается за месяц. В долговой расписке обязательно должна присутствовать фраза «взял деньги в долг» или «передал деньги в долг взаймы». Наличие в расписке таких фраз обязательно для того, чтобы нельзя было расценить, что деньги по расписке передаются для каких-либо иных целей.